работал с мячом. Вот если бы он побыстрее подходил к мячу, он бы сыграл точно, а не вырвал бы мяч за пределы поля. Это Я не могу. Это фантастика, ребят. Да жалко Серегу, невероятно. Классный вратарь, классный. Не просчитал отскок мяча. Вот. И счет стал 1-1. Ну, в общем-то, радость народная вполне объяснимая, она понятна. Вот. Это дальний туда удар вперед, в направлении вон там парня, который бежал, так и проигрывая в расстоянии защитнику. Рыжиков как на пожар выскочил. Смотрите, откуда последовала передача, значит, забит был мяч. Вот. И вы знаете,